Пять фактов браконьерства за один месяц выявили сотрудники рыбной инспекции. Несмотря на запрет рыболовства, на территории Шердонинского водохранилища желающих порыбачить не уменьшается. При этом браконьеры не задумываются о безопасности. Рыб они уничтожают нещадно с помощью электроудочек. Это оперативная съемка на побережье Шардаринского водохранилища. Сотрудники рыбной инспекции с поличным задержали рыболовов. При досмотре у них изъяли электроудочку, а это уже считается браконьерством. В ходе рейда был задержан житель Махтаральского района 1991 года рождения. У него в мотоцикле было изъято несколько десятков килограмм рыбы и еще электроудочка. Все это было изъято. Материал мы передали в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.